Всем здорово, сегодня я расскажу, что такое Wildcards, Stable Diffusion и как ими пользоваться. Для начала нам нужно скачать расширение Dynamic Prompts. Делается это как обычно. После этого на CVTi мы можем включить в фильтрах Wildcards и найти интересующую нас карту. Я выбрал эту. После чего мы ее скачиваем и разархивируем в эту папку. Суть работы Wildcards в том, что это текстовый файл, в котором написаны определенные параметры, но чтобы не писать их, мы можем заменить их одним словом обращением к этой карте. Для примера, я взял стили разных художников. Также я выставил параметр batch count на 8, это значит, что будет сгенерировано 8 изображений. Как мы видим в промпте, используется рандомный художник из нашей карты. Из применений я покажу вам способ для демонстрации ваших лор на CVTi в случае, если ваша лора содержит несколько персонажей. У меня есть лора с паком персонажей из аниме 5 невест, я обращаюсь к ней и запишу в текстовый файл в папке Wildcards все триггерворды, одна строчка равно один персонаж. У нас получились повторения, это из-за того, что по умолчанию стоит рандомный выбор строчки. Мы можем убрать это, поставив эту галочку. Теперь у нас получилось сделать это без повторений. Вы можете придумать свои способы использования Wildcards, я думаю, для разных сфер найдется свое применение. Спасибо за просмотр!